сразу подумала, что боровички. Смотрите, какие шляпки интересные. Ну, точно, думаю, боровик, точно возьму. А потом вот так беру я. А это совсем не боровик. Ну, вот не знаю, конечно, сейчас на всякий случай, чтобы потом дома определить. Угу. На вкус прям вкусный и запах, в принципе, приятный, грибной. Ну, смотрите, вот точно можно подумать, что боровички. Но, друзья, не боровички. Смотрите, шляпки какие. Как боровичные точно. Ой, класс. Груздик. Хорошенький. Так. И что-то рядом не наблюдается. Только одни белые говорушечки у нас здесь. Еще они такие интересные тонконогие представители грибного царства. Очень тонкая длинная ножка. Похожи они, не знаю, на мицену, похоже, что ли, серую какую-то. Вот на таком бревнышке. Так, ну вот это у нас, конечно, не очень. Но здесь я приметила вот такие грибочки, смотрите, молоденькие, тоже не очень. О, этот шикарен. Так, что у нас с этой стороны березы? Ну, это, наверное, староват, конечно, будет. Хотя, такая половинка и пойдет, друзья. Так, один. И посмотрим всю дружную семейку. А вот эти, видите, уже немножко старовато. Так, а вот здесь у нас спрятался грибочек, похожий на рыжик. Хотя, может быть, это и волнушка, конечно. Ха, это хороший еловый рыжик, друзья. И даже ни капельки не поеден никем. Вот такая маленькая бледная поганочка растет. А вот это у нас волнушечка. Прекрасная. И рядом еще. Вот. А это уже, видите, конечно, червивая. Ну ладно. Одна тоже хорошо. А это уже подмороженная. Видите, уже такая водянистая, съеженная. Такую уже не берем. Такой мостик здесь очень шаткий. Что, будешь руку мне давать? Да. Вот, надо этим воду глотать. Запах не очень отложенный, наверное, заставил. Либо, знаете, друзья, пахнет здесь веселками. Может быть, нам повезет веселочку найти. Пойдем вперед сейчас. Так, вот такой грибочек. Как бы это был не боровик. Сейчас посмотрим. Да, друзья. Классический прям. О, какой красивый. Сейчас. Целенький. Немножко мякоть, его как все равно кто-то ел, придется побольше его обрезать. Эх, по-моему, червячки, да, съели. Ну, дальше ничего такой. Ну, вот такой получается боровичок. Берем одну шляпочку. Смотрите, как интересно, повалено дерево. Прям каким-то крестом. Вот сюда вот идет одно повалено, одно вперед. И вот так. Корень выкорчеван. Очень большой корень. Была, наверное, конечно, здесь буря в лесу. Вот там заметила какие-то
белые грибочки. Сейчас посмотрим поближе. Да, их очень много. И похожи они на говорушечки белые. Так. Да, прямо вот таким, видите, опять кольцом они своим любимым растут. Или рядами. А это у нас что такое? Сейчас посмотрим. Это у нас рядовка, говорушка дымчатая или говорушка серая. Вот тут, конечно, великан староват, но рядышком, смотрите, какой. Смотрите. Вот, кстати, на вид был хороший, а вот здесь, видите, уже почему-то черненький. Но зато еще один есть. Смотрите, посмотрим. Маленького еще не успели подточить. Но что-то вот у них здесь, видите, чернеют пластиночки. Вот это прям два малыша. Но один, видимо, нет, хороший. И второй, смотрите. Прекрасный экземплярчик. Это у нас поздние маслятки. Вот такие осенние уже. О, какие. Хорошие. Довольно-таки крепенькие, но, наверное, я вам скажу, уже червивые, видите? Да, чуть-чуть червячок, конечно, подточил. Хотя нет, мякоть, вот поэтому и называются маслята. Мало того, что они вот здесь масляные, но мне кажется, еще из-за того, что когда режешь, они словно масло. И даже, я бы сказала, на вкус тоже напоминают масло чем-то. Но очень хорошие грибочки, особенно осенние маслятки, крепенькие. А вот он вообще красавчик, по-моему. Бодренький такой, веселенький грибок. О-о-о, друзья, смотрите. Отменный. Дождевички жемчужные. Наверное, еще будут хорошенькие. Да. Берем именно такие беленькие. И вот здесь их, конечно, целая семейка. Попробуем насобирать на сковородочку. Вот такие шарики жемчужные. Хорошие, ценные грибочки. Вот эти маленькие грибочки растут на мху. Они такие тонюсенькие-тонюсенькие. Смотрите. Вот еще один. Рядом уже немножко побольше грибочки. Вот, казалось бы, мох, а как же, сколько на нем всего интересного уживается. Вот еще такой интересный. Чем-то похож на зонтик грибок. Представитель. Буквально пятачок. А такие разные грибочки на нем маленькие. Прямо чудно. А вот какой грибочек интересный. Затрудняюсь я, конечно, сказать сейчас, что это. Но похож на рядовку толстоногую. И вот здесь тоже они растут. Очень интересно. Шляпка у них, смотрите, кверху прям в бокальчик какой-то превращается. Вот. А здесь как все равно колечко такое идет. Интересный такой грибочек. Посмотрим поближе. А дома определим потом. А здесь прямо как цветочек, смотрите. Такой грибок. С приятным запахом. Вот такие грибочки. Это у нас опята ложная, серно-желтая. Конечно, бывают случаи отравления, но вид у них такой, что, конечно, собирать особо не будешь. А вот, как мы видим, выраженные круги ведьмины из говорушек. Вот смотрите, прямо по окружности они вот так вот растут. То есть как грибничка. Плодовые тела выпускают именно по окружности. Просто весь лес в говорушечках беленьких.
нашли вообще огромнейшую полянку горькушек или горьких груздей, как мы называем. И хочу вам показать все-таки, каких размеров они бывают. Вот смотрите, вот этого шляпка получается у горькушки. Вот диаметром 10 сантиметров, даже 11 почти. И что я хочу сказать, она уже почти плоская, видите? Вот такая огромнейшая. И ножка у нее такая массивная, конечно, длиннющая, потому что ему надо было выбираться отсюда из-под травки. Вот такой огромный у нас получается здесь грусть горький. И целая полянка их здесь. Вообще спрятались под березками и под сосенками. Вот они какие красавчики.